Ну вот мы тут на зимнюю рыбалку собрались. 5 человек. 2 машины. Саня Нарапит. Это Вовкина красотка. Вот тут 2 гардемарина. Доброе утро всем. Так. Никогда в жизни бы не подумал, что сюда столько залезет. Видно плохо, конечно, но... Да, мы бы ни хрен влезли. Там даже сани уже есть. Плохо видно. Ладно, мужики все заняты. Что-то грузят. Ну, вот так вот. Ну все, пока. Дальше уже деревню будем снимать. А когда двигатель будем ставить. Вот мы, где мы сейчас? Перебережником уже где-то, да, недалеко? Без 15,9. В чем проезжаем? Гора. Гора. Андрюха справа, Вовка за рулем. Вот такие у нас тут шмотки, все завалено, завалено, завалено. Бах, все завалено. Тут приехали в деревню. Сейчас мы тут будем что-то химичить. Вовка с Андреем. Тут 2 собаки. На одну вообще надо двигатель ставить. А вторая 2 года нехоженая, говорят, или больше. Не знаю. Все, такая вот погодка прекрасная. 5 градусов 15-17 ниже нуля. Красиво. Ну ладно, все. Ну вот. Первый двигатель устанавливается. Это не ему захотелось, это они мне захотели. Они еще не давали. Мы это самое обратно доходишь нахуй. Так вот. Мы в Куликовской технику заводим, этому у Юры Давыдова во дворе. Приехали, привезли мотор. Механик у нас его уже запихнул на место, но ремень еще не натянул. Что, все залил уже? Нет, здесь да. Да, люди работают тут везде. Юра там шишу для ребенка делает. Мы, наверное, не дождемся. Что там? Я попробовать. Что пробуешь?
Да, никто. Никто не снимает, никто не смотрит. Это инструменты мои, что ли, притащили и разбросали? Их, наверное, придется в ящик поставить. Дышку не будет размораживать. А что, у него нету этого самого воздушника никакого тут? Ясно. Там же завести его надо, правильно? Угу. Что? Закрывай хвостой. Забирай. Сейчас к Толику поедем. За его собакой. Думаешь, ее реанимируем? Привет, Костя, передавай. Костя, он глухонемой. Вот тут руки просто назад-то ничего там нету, не будет. Зовут его Третьяков младший. Это что-то, конечно. Андрюха счастлив. Нет, так может, для попы место нашли. Ты имеешь в виду саморогата? Да, 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 да. Цепь-то там висит, ё-моё, болтается. А, цепь-то болтается, висит, а ё-моё. Я не знаю, туда, прямо загнать. Прямо туда до упора загоняйте и всё. Вот Санёк поехал, за второй. И насколько он включится, смотри, целое это. Пан Шуков, ребята приехали, все приехали. Ну ладно, весь ответ ты не забирай. Тебе насколько ключ-то надо? Вон, вот ключи. На 13? На. На. Да, Степаныч, а где он привет-то, блядь? Ну, в магазин заходи, привет, там, да, так. Она по площадке скользит, я гляжу. Тогда и натягивать не надо ничего, да? Цепь нормально? Надо что-то какую-то гайку. На первую-то надо в багажнике положить. Вот такой вагон. А это еще без нас. Гореть можно. Никто не знает, уедем мы или нет. Троньтесь. Сейчас надо тронуться, чтобы тронулся, господа. Тронется, не тронется. Холостой ход включить. Отряд выдвигается. Бойцы пока все на месте.